Друзья мои, друзья Коджори, прогуливаемся сейчас в парке и идем на встречу с нашими друзьями, которые приехали к нам в гости из солнечного Краснодара. Дожил я до того момента, что мои читатели с моей страницы решили приехать к нам в гости в Коджори. И сейчас мы поведем их на прогулку, покажем тут классные места. Ставьте лайки. Сначала я поздоровался бы. Всем привет. Друзья мои, в Коджори есть отель. Прямо в центре. На территории старинной усадьбы. Вот, и здесь мои гости как раз таки поселились. Арендовали здесь номер. Сейчас посмотрим, как они, где они. Иди, беги к своим друзьям. Максим! Привет! 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 Ну как вам здесь, нравится? Привет! Ты кто? Привет! Скажи здрасте! Гаварджоба! А что надо говорить? Что надо говорить? Поприветствуй! Может, вместе с наших... Лёш! Моих... Ох, у нас вчера был трудный вечер. Вот. Вчера был вечер встречи. И мы выпили много вина. И сегодня мне не разговаривается. Вот. Сказал правду в итоге. Лучше всего в камеру сказать правду. А сегодня мы идем гулять. Вот. Что можете сказать, Юля, по поводу этого местечка, где вы провели вот первую ночь сейчас с семьей? На самом деле, слов нет. Здесь так красиво, что нужно срочно всем сюда приезжать. Да? Приезжайте, не так, я не умею. Друзья, Коджори, сейчас будем взбираться на гору, посмотрим, на что они способны. Да, да. Нет! Малюсенького? Здесь нет, здесь для змей холодно. Это ящерица. Это одна копейка. Да, они а мы вот здесь видели белку. Да, здесь белки есть. Опять шнурки развязались? Ну, мы отправляемся на гору Удзо. Человека в опасности. Они работают пожарными, а вот овчарки работают на полицейских. Ой, Ева, как хорошо, да, здесь? Ага. А еще посмотрела. Сразу болтушка разболтывается. Болтушка, это таинственный лес. Работают собаки в горах. В горах собаки работают? Да. Например, думаю, матница, овчарки. Вот мы идем в нашем любимом лесу, который до этого момента Юля видела на картинках. На видео. И на видео, да. Ну как тебе? Очень красиво, очень. Просто неописуемо даже. Сказать мне это нельзя, ничего сказать. Надо смотреть вживую. Очень красиво. Не забыл его. Камушек? Ты же обещал, что мама тебе говорит. Ну, ты видел? Вот мама тянула. Ну, здесь нет, но... дома. Она дома? Да. Могу кристаллы теперь доставать. Нет, кристаллы на воде. Ну, ничего, похоже, что. Пошли. Пойдем. Это я тебя осторожно, сейчас осторожно. Оставим.
Найдем, если что, да. Потому что назад он шел в этом капюшоне. Как трогательно, Тимур дарит цветы. Ой, как мило. О, даже так. Не передали. Ты же девочка. Ну, я и другой мальчик. Я сама собрала, а у меня один я ей. А, так. А я другие собрала. Такие смешные. Это я специально для мамы. Вот, у нас привал. Потихонечку. Поднимаемся. Ты, если хочешь, тоже вот так кофточку сделаю. Я за. Пап, я устал. Да, обвяжи вокруг себя. Что ты до сих пор не додумался? Я тоже обвяжу. Я юбку себе. Да, вот как покажи. Мама, бабушка сказала, нет. Да, спину может надуть. Ну как я вам? Отлично. Ничего так. Давайте. Как настоящий турист. А. Турист. Да. Ну что, пойдем пешком. Папа уже привык, так что все хорошо. Давайте, бодрячком. Ну что, отправляемся? Да. Форсируем еще один порог. Вот где те крыши видны, мы оттуда зашли в лес. Да? Да. Вот оттуда или нахуй? Нет, вот красная крыша, что видна. Не-не, вот те. Это вы столько прошли? Да, а нам же вот был спуск через лес, там да, чувствуется немножко тропинка, где идет. И сюда пришли. Что-нибудь полтора, наверное, да? Не знаю, не мерил даже. Так, дети, не отстаем. Мама, я знаю, как сделать так, чтобы не заблудились. Как? Собаки Модди. Вон ящерица, смотри. Аксим, ящерица. Ой. Кавказская овчарка. Тут медвежонок. Угу. И хвостик, конечно, нам нравится. Да, он не злобный. Это какой-то бурундук. Сам ты бурундук. Ева. А тут там еще собаки. Ева. Нету. Смотри. Только не подходите. Ева, смотри. Ой, Моди. Какая прелесть. Моди. А Ева, это Моди. Можно мне, можно мне. Ой, иди сюда, с этой стороны. Боюсь высоты больше. Вот здесь, Максим, давай. Да-да-да-да. Пойдем. А вот это, подожди, вот это вот что такое там? Дорожка? Это биоли. А, вот биоли, да? Да. Колом! Сюда идите, весь вид отсюда открывается. Отсюда вид открывается весь. И мы вознаграждены, как всегда, прекрасной погодой и шикарными видами. Вон ястреб летает. Смотри, один угар. Срочно фото, много фото. Все, отдыхайте. И наслаждайтесь. Кстати, а вид-то все-таки есть, посмотрите. Вдаль видны снежные горы. Друзья, поджори. Вон, пойдем налево. А теперь назад, а теперь точно налево. Ты пить будешь? Нет. А Максим идет и поставил. Мы за него поставили. Детишки наши наигрались, да? Да. Погуляли. Макс, Максим, как тебе прогулка? Тебе понравилось, на камеру скажи? Ага. Ага. Коротко и ясно. Да. Грузия, Коджоли.
Ну что, вот мы погуляли на Удзо. Сейчас возвращаемся обратно на отдых. А потом посмотрим, может, у нас будет еще. Будет у нас еще прогулка на крепость вечерняя.